Балта. БРН 32-762. КНПВ ДОХ. Кг, 2,5 года. Упражнение преодоление водной преграды. ПХ-1 КНПВ. Тренинг. Широкая достаточно река, он так высоко, так далеко еще не плавал. Задача, чтобы он туда переплыл и вернулся назад. Был мотивирован. С той стороны используется помощник. Балта плат! Вот укладка, которая будет нужна впоследствии. Балта. Так как собака во время кёрнга проводник выходит на берег, стоит судья. Судья говорит, посылайте собаку. Посылаешь собаку, собака должна переплыть на ту сторону реки или канала. Лечь там по команде ведущего. И по команде плац или блайб. Находиться во время, находиться некоторый период времени в положении лежать или сидеть. Там около минуты, минуты. И дальше вернуться по команде ведущего в исходную позицию, переплыв назад речку. Это первая часть работы на воде. Вторая часть работы на воде КНПВ – это апортирование большой палки с воды, примерно с такой речки. Сейчас мы делаем просто тренинг. Вот, Балти справился. Отлично.